Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала, с вами я, Наталья. Смотрите, я взяла ножницы, взяла обычные игрушки и вот обычный скотч, который уже израсходовался, и вот осталась такая деталька в виде круга. Что я сделала? У меня были еще шишки. Я взяла обычные шишки, клеевой пистолет, приклеила шишки, игрушечки маленькие. У меня получилась очень красивая композиция для подсвечника. Посмотрите, как у меня получилось. Вот такая замечательная, очень красивая игрушечка новогодняя, куда можно ставить красивую такую большую свечу и на стол праздничный. Вот так все красиво получилось у меня. Вы можете тоже это сделать, мои дорогие. Это несложно и очень красиво. А с вами была я, Наталья. Делайте так же. Может быть, даже красивее и лучше, чем у меня. Ваша фантазия вместе с вами. А у меня получилось вот так, мои дорогие. Я вас люблю. С вами была я, Наталья. И такая красота.